Доброго утра всем! Ой, как солнышко светит! Сегодня такое солнце яркое, вообще обалденное утро. Я сейчас даже с гардеробной покажу, там хотя бы природу видно. А то тут в окно машины, одни до машины. А Фоника проснулся. Он там вот смотрит, как у Антоши было день рождения. С утра у нас практически начинается с компьютера у Афанасия. И все, потом он ему буквально, может быть, через полчаса надоедает, и все, он сам от него уходит, потому что я начинаю готовить кушать, и он уже на него даже не обращает внимания. Вот так главное, что небо голубое, я обожаю такое голубое. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't, but you still hit my phone up. And baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should. Так, ну что, я готовлю борщ. Убралась в доме после вчерашнего, там мальчишки натворили. В общем, вообще капец, еле там все разобрала. Там нужно, конечно, уже делать перестановку. Я прям уже хочу. Я в детской у нас только получается что-то переставлять с места на место, потому что на кухне, ну, здесь никак не переставишь. Потому что здесь уже все завязано. В общем, да, в детской единственная комната. В спальне тоже у нас ничего не переставишь, потому что там одна кровать, и двигать ее нет смысла. Ну, некуда. Вот. Я сейчас готовлю борщ и хочу уже на улицу. Выходила развешивать белье. Там такая теплынь вообще. Поэтому уже хочется. В общем, осталось только борщик приготовить, и все, можно уже идти. Картошку уже порезала, все очистила опять с Афанасием. Он обожает в миску с водой кидать картошку, прям чеснок, все. Морковку себе взял поесть. В общем, любитель он у нас морковки. С тобой идти? А что ты взял с собой? Покажи. Мяско. Мяско? Да. Ну беги, сейчас мама борщик доварит. Хорошо, я приду к тебе сейчас. Я капусточку добавлю в борщ, можно? Так, капусту вот я нашинковала ее. Вот этим вот синеньким ножичком. А где он? Вот он. Вот этим вот. Мне, кстати, стало нравиться им шинковать капусту. Он очень долго лежал, я им не пользовалась, но просто нужно было достать, и я его сюда вот на магнит прикрепляю, чтобы не забывать про него. Достала еще творог, чтобы сделать вареники, хочу просто с творогом, не ленивый, а именно вот налепить. Так, вот капуста моя, сейчас она полетит в борщ. Я капусту кладу в конце, кто-то начинает борщ варить с того, что кладет капусту. Я нет, я кладу ее в конце. И мы любим достаточно густой борщ, то есть не седьмая вода на киселе. Поэтому вот, вот так вот. Так что сейчас капуста еще наоббирала мясо. Я очень редко так делаю, но в этот раз сегодня решила добавить еще туда же сразу мяско. Куриный хребетик у меня здесь варился, поэтому... И вот Афоня просто так берет с собой мясо, идет там играет с какими-то машинками. Вот сейчас меня зовет... И несколько кусочков, он обожает просто мясо. Я нарвала только что большой вот такой вот пучок петрушки. Она уже офигенно большая, очень подросла. Вот, курочку решила не всю добавлять в борщ. Сделать еще немного совсем салата. Отвариваю для этого 4 яйца. Вот это просто курица на кусочки. Здесь часть курочки. Тоже в борщике плавает все. Борщ готов. Что еще? И еще сюда положу или горошек, или фасоль, или кукурузу. В общем, что-нибудь сюда положу. И будет, в общем, такой вот салат. Все, что есть в холодильнике, называется. Так, все, идем все на улицу. Все в жилетках. Потому что достаточно тепло. Но ветер, но он какой-то такой, знаете, не очень холодный. Ой. В общем, здоровская погода. Уже зацвела смородинка. Начинает. Скоро уже будут эти желтые красивые цветочки. Костина, ты ездишь? А покажи, что тебе дедушка подарил. Тут вот.
Молоток, покажи, где твой молоток. Вот он твой молоток. Это как дедушку-то зовут? Саша. Саша. Да. Так, ты теперь катаешь молоток? Да. Здорово. Играй с ним. А мама тут поснимает весну. Начинает уже прикоска зацветать. Фанька, как всегда, замечает самолеты. А я не замечаю. Так, идем обедать. Аня! Что ты делаешь? Бельишко наше. Это он просто спал, он вчера лежит, так как спал. Мертвый вообще. Так, ну что, Афанасий, мы будем кушать, да? У нас борщик со сметанкой, азвар и наши вот эти вот печенюшки, кексики, не знаю, как их назвать, но больше на печенье похоже. Что это ты посмотришь? Ну, посмотри, внимательно посмотри. Ага. Катана. А это катана? Катана – это еще есть самурайский меч. Ну, здорово. Ну, беги тогда, играйся. Ну, я тогда сейчас, наверное, растоплю котел и буду делать уже вареники. Здесь уже нельзя, Discovery. Потому что сейчас это... Позапрошлым летом я видел где-то вот такую ящерицу. Как это, как... Где ты такие мух увидеть? Я видел возле огорода, он так вылазит. Да? Да. Так, вы на улицу? Да. Вы где будете, на улице там, Гриш? Нет, здесь, во дворе. Во дворе? Хорошо. Если пойдешь на улицу, то зайди тогда, скажи, ладно? Ладно, только я беру перчатку, потому что можем футбол сыграть. Пока дети пошли на улицу, я, значит, буду делать вареники. Первое, что я сделала, это тесто замесила. Просто вода, мука и яйца. Ну и соль, естественно, все. Теперь оно будет отдыхать, ждать меня, пока месье сделаю начинку. У меня был замороженный творог. Добавлю туда соли и яиц, все это перемешаю. Будет вот такая вот начинка. И пока еще хочу сделать же салатик с курицы, яиц и кукурузы, или фасоль. Сейчас подумаю, что сюда еще замесить. Ну что, салат я уже приготовила. Это а-ля оливье, только здесь курица, яйцо и соленый огурчик с майонезом и с луком. Вот еще лук обычный репчатый. Достаточно неплохо получилось, не стало. Горошка у нас нет, фасоль сюда не стала класть, поэтому все, вот такой салатик будет ждать. Буду теперь заниматься варениками. Мы доски еще разыграли. Придумали какую-то интересную игру, да? Ну-ну. Покажи банку. Какая-то мама день, вечер, ночь. Полдень, короче. Они ломаются. Но это же мелки, ими нужно аккуратно, много не выдвигать. Выдвинуть чуть-чуть. То видишь, когда много слишком выкрутишь, то они тогда ломаются, да? А когда уже чуть-чуть... Даша боится взять один кусочек мелка в руки. А что, она боится их вымазать? Он говорит, когда он сломал два этих синий и красный. А сломал. Кто еще сломал? Это я уже... Я говорю, ты слишком аккуратная. Так, Афанасий проснулся. Да, сынок? Не знаю. Так, вот такие вот варенички получаются. Я уже их начала готовить. Вот еще одну колбаску нарезала. Сейчас буду раскатывать. Сначала обваливать вот так в муке такие медальончики, а потом раскатывать их. Тут у меня сынок будет помогать. Я ему тоже выделила тесто. Афанасий слепил свой вареничек. Или это колобок?
колобок. Ты колобка слепил? Покажи, как ты его лепил. Бу-бу-бок. Кто съест колобка? Акула. Да? Да. Так что ты слепил колобка, да? Да. Здорово. Мы вот уже лепим варенички, вот. Вторую доску начала. Это вот уже полная. Не знаю, как сварим сразу или заморозим. Сколько там получится вареничков, нужно будет посмотреть. Но начинка еще есть и тесто еще есть. Вот мой мальчик мне помогает, мой шеф-повар, да? Да. Это колбаска? Не надо есть тесто сырое. Ням-ням-ням. Да, ням-ням-ням. И Афоне свой ножичек, да? Мама ножик. И у мамы ножичек. И у тебя ножичек, да? Да. Папа колобок. Папа колобок? Опа, пап. Папа бал. А, Антоша забрал, да? Да. Надо звонить папе, да? Так, все, варенички готовы. Вся начинка израсходована. Вот, в общем, две досточки. И вот еще третья. А из оставшегося теста я не стала его выкидывать. Бабуля наша всегда делала вот такие вот бантики. Мне казалось, что они даже вкуснее, чем вареники. Так что вот такие вот бантики. Их тут совсем немножко. Вот еще вареники. Это тесто Афанасия. Я его, если честно, не использую, потому что оно настолько здесь забито. Вот еще его один колобок. В общем, Афоня любитель колобков. Пыталась, сначала думала сделать на стакан, но я поняла, что нет, эта история не про меня, когда раскатывать один большой пласт и потом вырезать эти кружочки, мне легче вот так из колбаски, а вот еще из вот, таки, вот такие вот делать, да, и вот так вот бантики, легче вот такими вот колбасками делать вареники и пельмени, чем раскатывать и потом стаканом все делать. В общем, все, теперь это все пока подождет. Сварю и... Да, наверное, все сварю. Здесь их не так много. Сразу тогда сварю со сливочным маслом и с солью. Мокрые. Носки у тебя мокрые? Да. Да. Носки. Что? Носки. Другие носки? Да. Да. Так, в общем, вареники готовы. Сварились. Я очень рада. Нужно сейчас крышечкой накрыть. Где же наша крышечка? Не знаю я. Тут нету. В посудомойке, наверное. Крышечка в посудомойке там нету. Ну, пусть сейчас я другой накрою. Так, а мы сейчас, Афонька, опять пойдем на улицу, да? Да. Потому что там тепло, солнышко, да? Ты уже был? Холодно. Холодно? Да. А ты с кем ходил на улицу? Лава. С Гришей? Гриша. Грека. Вот так и говори, Гриша. Пошли одеваться. Афонь, ну не надо, зачем ты себя головой-то бьешь? Ты уже гуляешь? Да. Мама сейчас печечку, наверное, подкинет, а то мы прозевали, да, надо тоненьких набрать. Гришуля, решил футбол ты, да, хочешь? Пинаешь. Афонька достал со свалки машину. Трактор, ты говоришь? Это не трактор, это машина, сынок. На самом деле в ней только кабина вот поломана. Колеса очень хорошие еще. И Афоня садится прям на нее и катается. Что? Да, вот так вот. На самом деле, да, кабина только сломана, да? Так на ней даже можно и ездить, да, сынок? Опа! Ну как, тут все нормально? Да. Вставай. Не больно? Ударился? Или не очень? Так сильно на краешек не садись, хорошо? Испугался?
Иди, я тебя поцелую, иди. Упаси. Мяч прекрасно, сынок. Посмотри, Лена! Что такое, сына? Лена, а, тебе сильно катать? Тройной гол. Песни будут? А папа скоро. Папа скоро, да? Да. А где папа? Уехал. Уехал? Да. А куда он уехал? На ту обал. А, Антошку забирать будет? Да. А я думала, он на работу уехал. Ну, наверное. Не знаешь? Да. А кто знает? Мама знает. Мама знает. В общем, мы зашли в дом, потому что я хотела сегодня в палисаднике хотя бы начать что-то делать. Сейчас буду везде окна закрывать. Мама, да. Да, мама идет. Сейчас же мама везде окна закроет. Вот. Да, у Афанасия получилось просто маленькое ЧП на улице, да? Пипель говорит, что он. Ну, на самом деле, он не писался, просто встал против ветра. Он сам все свои дела уже делает, и они его тут опипели. Мы зашли переодеваться, и все, он уже не хочет на улицу. Поэтому я тоже с ним захожу. Мы сейчас... А папа скоро. Да, папочка уже скоро приедут с Антошей, да? Да. Мы их уже ждем. Сейчас мама везде окна закроет. Я растопила заново и открыла везде окна, пока мы были на улице. Сейчас вот все придется закрывать. Что ты хочешь? Что там? Что-то попало? Что это? Мама, мне кажется, лучше этим волейбольным мячом играть в баскетбол. Нет, Зая. Баскетбол надо баскетбольным. Дикая вера на мысль, баскетбол надо играть баскетбольным, а футбол каким? Волейбольным! А нет, блондин. Где блондин? Ловись! Мимо. Ты будешь борщ? Да. Если Женечка привез мне посылку, сейчас будем ее открывать. Сейчас, как ее здесь? Сейчас я ножичком. Так, вот что было в посылке. Здесь закваски для творога, бифидум, закваска иммуна, закваска гармония. Это что-то, по-моему, не знаю для чего. Ну, в общем, все нужно читать. Йогурт, еще один бифидум, еще слим и кефир. В общем, кефир хочу больше всего попробовать, потому что сейчас вкусного кефира в магазине вообще нет. Все какие-то, знаете, с послевкусием не очень приятным. Попробуем сделать творог. Один. Здесь в каждой закваске, в каждой коробочке по пять этих пакетиков, которые нужно разводить, по-моему, в литре молока. По 5 вот таких вот. Ну, в общем, все еще я буду читать, все буду показывать, и все мы попробуем. Что и как вообще это все работает. Еще шел вот такой вот буклет Бакздрав. От 1 до 3 литров молока плюс закваска и готовый продукт. Вот. В общем, попробуем. Мы как это на вкус, как это вообще работает. Такой вот еще листик здесь шел. Вон, значит, что здесь там написано. Все виды заквасок, что их по 5 пакетиков. Каждый пакетик вот стоит один, некоторые 55, некоторые 65 рублей. И вот цена за все коробочки получается. Так, в общем, будем пробовать. Я уже хочу на ночь поставить что-нибудь. Йогурт, например, или что-нибудь. Как раз потому, что у нас есть домашнее молоко. Поэтому, мне кажется, вот из домашнего молока будет самое то. Так, поболтала сейчас с бабушкой Галей. Они там цыплят взяли. Так, сейчас буду подкидывать дрова. На улице уже темно, пойду посмотрю, где там мои дети. No.
Все, все. Заходим. Я папа там. Папа еще остался, нам яйца выпили. Для пасты. Яйца. Ням-ням-ням. В общем, дала я папе задание. Вырезала по шаблону яйца разного размера. И чтобы он выпилил из фанеры, и мы их раскрасили и как-нибудь повесили красиво для Пасхи. Да, на Пасху. Так, ну что, дети тут пока смотрят кино, я им включила Бетховен, первую часть. Да. В общем, а мне, как всегда, не терпится попробовать что-то новое. Буду пробовать йогурт делать, потому что он будет... Вот это, да, потому что он готовится 8 часов, поэтому сейчас для того, чтобы начать его готовить, нужно кипяченое молоко. Вот здесь у меня 1 литр 200 миллилитров. В общем, сейчас оно закипит и будет охлаждаться. Да, а я уже намыла стаканчики. И ты будешь только кофту с ними. В общем, я намыла стаканчики, которые у нас не использовались уже очень давно. Они шли вместе с мультиваркой. Я померила, что здесь, в общем, 200 миллилитров стаканчики и крышечки к ним. И намыла сейчас все это как раз тоже стечет. И будем на ночь закладывать йогурт. Так, а папуля наш пришел с мастерской. Сейчас я поносил стол. Да. В общем, папуля нам тут вырезал яйца. Вот эти. Афанасий из толстой фанеры. Будем их расписывать для на Пасху, в общем. Как пасочки. Да. Такие я маленькие. Это я ему давала шаблоны, а он сам все вырезал. Так что будем расписывать. По три яичка. Да, листок такой. Вот там вырезано. Да. Так, Антош, присаживайся, а то тебе так плохо видно. Так, мы сейчас будем делать йогурт, который можно уже будет завтра нам кушать, да? Он будет всю ночь делаться. Да, вот берем вот такой пакетик, его надо открыть. Кто его будет открывать? Так, Антошка отрезает. Еще сильнее отрежь. Нет, ты его сейчас только рассыпешь, Антош. Да? Угу. Так, давай отрезаем, да? Афанасий, давай. Да, белый там порошочек, да? Вот это сама закваска. Все? Она белая? Да, она просто белый порошочек такой. Теперь мы сюда немножечко добавляем молока. Немножечко совсем. И все нужно будет вот так вот хорошо перемешать. Это у нас домашнее молоко. Немножко, ну, мы его перекипятили, оно уже остыло. Такое чуть-чуть тепленькое. Хорошо-хорошо перемешивай, Афанасий. Да. Да, нужно. А я буду наливать. А потом будем... Нет, еще ничего пробовать не нужно. Нужно просто... Это мы будем потом пить. А потом перемешать. Вот так надо хорошо-хорошо перемешать. Мам, дай ему. А потом я буду заливать. Да, и будем потихонечку заливать, да? А-а-а. Все, ты, Афонь? И будем вместе. Давай, ты себе 3 формочки ставь. Антоша себе 3 формочки. Нет, ты себе будешь, да, мы вылили сюда всю нашу закваску, да, теперь ее размешиваем в общем графинчике. Мы перелили молоко в графин, чтобы было нам удобно наливать, да? И теперь нужно подождать. Можно я сам попробую? Давай, я сейчас беру лопатку. Давай, начинай. Ты первый, давай, начинай. А потом ты, давай вместе, я буду держать, пока он тяжелый, Антош. Мы заливаем до вот этой полосочки, хорошо? Так, тихо. Угу. И тебе сейчас дадим, Афонь. Йогурт на завтрак. Угу. Так, Антош, теперь ты закрывай свои формочки. Мы сейчас с Афонькой будем наливать, да, Афонь? Будем мне давать, Афонь. Ой. Так, со мной. Ну, зачем ты открываешь? Я сейчас еще по чуть-чуть сюда долью. Потому что у нас тут капелька молока осталась. Не налей. Вот тебе. Так, мама! На. Все, дайте мои крышки. Мама, я сам могу. Угу. Афанасий, нет, все это теперь нужно поставить в кастрюльку для мультиварки. А вы
Не надо переворачивать, сынок. А теперь вот эта кастрюлька у нас идет в мультиварку. Можно я заставлю? Так, можно, конечно, сынок. Так, мы использовали вот такую закваску йогурт. Да. Будем завтра пробовать. Потому что я младшая. Тебе первым, а Афанасий самым младшенький. А потом мне, а потом тебе, а потом Гриша, а потом уже папа. А мне! Папа старший у нас в семье. А мне! Все, поставили мы на режим йогурт на 8 часов. Утром будем смотреть. Смотрите, сейчас 10 часов, значит, в 6 утра нам нужно поставить его в холодильник, потому что йогурт должен еще охладиться. Как раз на завтрак мы будем его уже кушать. На сегодня все. В общем, завтра приглашаю всех на завтрак на йогурт. Надеюсь, нам понравится, да. А вон голожопый мальчик уже хочет сказать всем пока, потому что он пошел мыться, да? Да. Привет, скажи, да? Ну, в смысле, пока. Так, беги, все, садится в ванную. В общем, все, до завтра. Увидимся, расскажем, понравилось нам или нет, потому что это нам прислали на обзор. Ну, как на обзор, на пробу. Потому что я им сразу написала, что если мне не понравится, то я так и скажу. Если пасту устроит, то можете, да, прислать. Меня, если честно, подкупило то, что это все сделано в России. Сейчас очень мало вообще такой надписи произведено в России. Мне кажется, это просто как в Красную книгу занесенные товары. Их очень мало. В общем, все. Всем до завтра. Пока.